Віолета Дяченко готує корисні десерти. Впевнена, що солодощі та цукор – це не синоніми, а роу-десерти – це чудова заміна магазинним бісквітам. Так, доброго ранку. Вітаю в нашій ранковій студії. Завжди рада вас бачити, тому що минулі цукерки просто розійшлися, всім так сподобалися. Я думаю, сьогодні буде не менш смачний такий десерт. І як ви вже казали, що це його можна вживати навіть як сніданок. Так? Отже, що це у нас буде і що нам необхідно? Доброе утро. Рада быть сегодня у вас снова в гостях. Сегодня у нас будет не совсем обычный десерт, то есть не совсем обычный для меня, потому что в основном я специализируюсь на десертах, которые не подлежат термической обработке. Но так как у нас сегодня десерт из тыквы, я решила ее все-таки запечь. Вот. У нас сегодня будет такая вот модернизированная, скажем так, тыквенная каша. Вот. Я решила сделать из нее пудинг. У нас в десерт будет входить тыква, рис, который уже заранее приготовлен, приправлен, и с изюмчиком. Как я его готовила? Значит, смотрите, там, где у нас тыквенная масса, там у нас семена чиа, там у нас кокосовое масло, там у нас подсластитель, там у нас ванильная эссенция. То есть мы это все делаем по своему вкусу. Если хотим послаще, то больше подсластителя добавляем. В основном это может быть в роли подсластителя выступать либо сироп топинамбура, либо кленовый сироп. Но если вы кушаете мед, употребляете мед, у вас нет, допустим, на мед аллергии, то, пожалуйста, можете вполне подслащивать медом. Дальше у нас рис. Рис тоже. У нас там сок лимона присутствует. Тоже немножко подсластителя и, конечно же, сухофрукты в виде изюма. Я выбрала изюм. Далее у нас будет курага обязательно. Заранее у нас она вымочена, потому что рекомендую, в принципе, всем сухофрукты вымачивать обязательно. Заливать кипяточком на некоторое время, 20-30 минут, а лучше часик, конечно же. Потому что сухофрукты все обрабатываются серой, для того, чтобы они выглядели красивее и хранились дольше. Поэтому вот рекомендую вот такой вот. Чтобы они были корисні, так, краще их перед вживанием подготовить. Да, конечно. И, собственно, украшением, декором для нашего десерта послужат лепестки миндаля. И, конечно же, собственно, орешки, миндаль. И можно по желанию украсить листиком мяты и, в принципе, любыми фруктами, сухофруктами по сезону, как вам будет удобно. Ну, круто. Треба збирати, вже готувати, да. Так? Отже, така гарбузова каша. Да, приступіть к нашій тиквенній каші. Я предлагаю на нижній слой ми положимо курагу, для того, щоб у нас була ігра цвіта, щоб це було цікаво. Так, там у нас тут чуть-чуть. Курага дійсно така яскрава, я б сказала, зранку взагалі має заманити до себе. Так? Якщо ви ще не снідали, дивіться, можливо, у вас є всі ці інгредієнти зараз приготувати. Або навіть це ж можна як і перекус, так, наприклад, на роботу. Так, смотрите, естественно, це може бути як перекус, це може бути дуже вкусний завтрак. Вот, очень часто человеку, знаєте, як ну, как мы привыкли, не хочется нам кашу с утра, правильно? Вот гораздо же вкуснее какой-нибудь... Особливо дітей змусити з'їсти. Какой-нибудь бутербродик, какая-нибудь печенюшка, вот, поэтому это что-то новое. Во-первых, оно, мы же все люди, да, мы сразу реагируем на внешний вид. Вот если нам нравится внешнее, да, сразу у нас это вызывает аппетит, правильно? Текут слюнки. Да, конечно, конечно. Вот, поэтому, естественно, потом нам хочется это попробовать, потому что, ну как это так, ярко, красиво, и мы не знаем, что, как оно на вкус, поэтому оно и пахнет очень вкусно, поэтому так. Ну, таке в'язке, я б сказала, це через насіння чиа. Із-за, так, із-за семенов чиа. В принципі, зв'язуючим таким вот компонентом завжди виступають либо семена чиа, либо псиліум, да, вот шелуха подорожника вот в таких вот десертах. Ого! Да, конечно. Поэтому обязательно, конечно же, мы добавляем их и к тыкве, и к любым фруктам, если мы хотим связать. Ну, то есть, да, вот добиться какой-то консистенции джемовой, допустим. Угу. Так, отже, ми робимо так декілька слоїв. Так, ми робимо кілька слоїв. В принципі, ми робимо по своєму усмотренню, як нам буде удобно, як ми хочемо бачити наш десерт. Діти ваші люблять такий десерт? Так, звісно. У мене діти все люблять. Єдине, що вони, знаєте, у мене вже такі стали гурмани, скажімо так, і вони уже привикли к таким десертам, они знают, что всегда есть что-то вкусное, поэтому они уже начинают. Так, мама, значит, у нас сегодня опять будет финиковая карамель? Нет, не хочу финиковую карамель. Давай нам что-то другое, удиви нас, мама.
Понимаете, то есть... И мама старается, так? И мама, да, начинает уже выдумывать, придумывать, собственно, очень много рецептов на ходу, которые даже, в принципе, я нигде не вычитываю, то есть у меня много рецептов, моих личных рецептов, и, собственно, эти рецепты вы сможете увидеть вот в наступающем 2020 году, выйдет моя книга с моими рецептами, да, там будет очень много вариаций завтраков, очень много будет рецептов конфет, собственно, несколько, я думаю, включу туда несколько роу-десертов, вот, поэтому я думаю, что всем будет интересно почитать, кто интересуется здоровым образом жизни, кто за здоровое питание. И, конечно же, все рецепты будут без сахара. Это... Оце найголовніше і найкраще. Так, ми вже робимо останні такі прикраси. Так, звісно, ми зараз задекорируємо наш десерт. Ви виглядає дуже просто, дуже класно. Давайте нагадаємо, чому корисно взагалі вживати гарбуз і не викидати, якщо вони у вас там десь стоять, а дійсно готувати щось ось таке. Давайте покажемо. Так. Наші глядачі побачили просто, що виходить. Ну от хіба можна сказати, що це просто приготували тільки, ну, скільки ви зробили? Напевно, хвилин за 6 ми зібрали його. Да, так, ми дуже швидко його зібрали. Єдине, що я рекомендую на минут 20-30 хоча б вот эту вот тиквенную масу засипати семена і оставити, щоб семена набухли, собственно, вона приобрела вот таку вот вязкую консистенцію, щоб впитала в себе всі вот эти вот аромати, вкуси, тому що кокосове масло, оно все-таки должно обогатить продукт, то есть отдать все свои запахи, все свои ароматы, поэтому нужно немножко, чтобы оно стабилизировалось. Собственно, что касается вообще пользы тыквы, я только за тыкву, я за то, чтобы тыква присутствовала постоянно вот в сезон, постоянно в рационе, особенно в рационе детей, потому что всевозможные фреши, то есть та же морковка и тыква, это обязательно, мне кажется, это просто вот такой витаминный коктейль, такая витаминная бомба для детей, поэтому еще, конечно же, рекомендую всевозможные кашки, десерты тоже добавлять тыкву и, конечно же, не переваривать ее, не делать из нее кашицу, правильно? То есть если мы ее запекаем, то мы ее запекаем альденте обязательно, то есть она не должна разваливаться у вас в руках, потому что тогда она теряет все свои полезные качества, полезные свойства, микроэлементы, макроэлементы. Вот, поэтому кушайте тыкву, будьте здоровы. Потому что маєте такий смачний рецепт, легкий, те, що можна приготувати. Якщо навіть не сьогодні, завтра зранку, щоб суботу зустріти дуже яскраво, приготуйте собі ось такий корисний смаколик. Ну, я дивлюся, я не можу стояти поруч, тому що я ще не снідала і просто дивитись на цю красу неможливо. Вона дійсно виглядає дуже класно, апетитно. Я думаю, на смак така сама, тому готуйте, створюйте щось своє. І якщо, можливо, маєте також якісь свої цікаві рецепти, я думаю, можна поділитися, так? Да, Віолетта їх може підробити під те, щоб їх було поменше там цукру, щоб дійсно було корисно, тому вживайте такий, так, отже, такий пудінг. Ми повторюємо, робимо. Віолетта Дяченко готує корисні десерти. Супермама була сьогодні у нас в гостях. Ми приготували таку смакоту, тому не викидайте свої гарбузики, а мерщій готувати.